Рейд на соблюдение масочного режима прошел на территории автостанции Хасавюрта. Там продолжается работа общественного масочного патруля. В рамках акции волонтеры раздали более 500 медицинских масок и провели беседу с населением о важности использования средств индивидуальной защиты. Напомню, что на территории Хасавюрта масочный патруль функционирует с 23 октября прошлого года. Работа по информированию граждан проводится еженедельно.